Господа, всем привет! В этом ролике я вам хочу показать довольно прикольный способ фарма. Самый интересный способ фарма заключается в том, что он, во-первых, интересный. То есть мне реально нравится так играть. Второй момент, он разнообразный. А третий момент, он максимально сейвовый. То есть три вот эти штуки вы получаете прям и играется, и фармится очень даже весело и интересно. Далее еще хочу сказать, что этот способ как бы нуждается в определенных трат. Ну, как и любой нормальный способ, вы должны потратиться, чтобы зарабатывать, да, как в жизни, кстати, реально. Смотрите, вам понадобится ледоруб, ребят. Вот такой вот ледоруб, который вы можете выбить у штурмана, да, у босса такого, на локации лес. Также вы можете купить его на барахлинке за 4,5 лямчика, да. Также вы можете ублюдка егеря, вот тут на третьем левеле, его поменять вот за разные пропаны, присадки и сугоры. Вот, ну, чтобы вы понимали, если купить его стоит, например, ну, за 3,5 ляма его можно купить на барахолке, его можно выхватить. Вот, то здесь его стоит, ну, где-то 1,5 ляма. То есть разница будет, ну, в 2 ляма. То есть она не такая будет прям существенная. Ну, опять же, смотря как вы играете. Но в любом случае, я уверен, нафармить на него вы сможете. Или апнуть левел. Дальше вам понадобятся нитки вот такие, моток паракорда. Это нужно нам для того, чтобы активировать выход. И в идеале вам нужна какая-нибудь бронеразрузка. То есть чем... Вы не сможете выйти на этом выходе с броней. Вот, поэтому чем больше у вас бронеразрузка, бронеразрузка это чтобы была и защита какая-то, да, и можно запихивать туда предметов много. Чем больше вы по финалу предметов залутаете. То есть, поэтому берите максимально вместительную. Также вы можете, если у вас нету там не открытые хорошие бронеразрузки, да, они открываются просто все на третьем у барахольщика, на втором прям ничего нет, на первом ничего нет и на барахолке ничего нет. Поэтому... Вы можете взять просто броню, застраховать ее и купить просто любую разрузку, да хоть у егеря на первом левеле, да, вот эту вот. И у вас будет много слотов. То есть, я думаю, так лучше сделать будет, если у вас нету большой вместительной бронеразрузки. Ну, одевайтесь по своему вкусу, берете пушку. В идеале одеваться так, чтобы ваш лут весил мало. То есть, сделать так, чтобы вы сильно не были перегружены. Ну и, собственно, что, отправляемся на локацию резерв. Для наглядности, чтобы вы понимали, я в рейд иду в ПВП. Для того, чтобы мы наглядно могли понять, как это все работает. Также, если вы захотите посмотреть прям реально, как я это делаю, можете произойти на стрим. Я в последнее время часто этот способ практикую. И он, наверное, с 5 раз, 4 раза рабочий. Вы наглядно видите, сколько я залутаю и как это происходит. Буквально рейд длится минут 10. То есть это довольно быстро. И в целом, из-за того, что сейчас лут довольно дешманский, получается зарабатывать 600-1 000 000. Ну, на мой взгляд, это прикольно. И самое главное для меня лично, что способ интересный. Потому что вы ходите, в принципе, в такие места, где и люди есть, там бывают, да, бегают. И вы как-то по-грамотному оббегаете. Иногда включаете хитмана, да, что вас не слышали, что вы спокойно, тихо лутали. Вот, но если у вас, опять же, цель лутаться, а не воевать, да, потому что вы должны понимать. Если вы лутаете, вы должны избегать перестрелки, полностью избегать. Видите челика, уходите, молчите, не шевелитесь. То есть ваша задача лутаться, зарабатывать. Потом, если вы хотите перестреливаться с кем-то, то вы соответствующе одеваетесь жестко, берете топ-гир и идете ломать кому-то и пососины, понятно? Поэтому вы должны сразу понять, вы лутаетесь или вы стреляете. Я вам покажу способ исключительно для лутания. О, сейчас мне дали ужасный спаун. Когда мне дают плохой спаун под этот фарм, я обычно юзаю HJ6. Есть такой препаратик HJ6. Сейчас я с собой не взял. Моя задача пройти до нужного мне места максимально сейвово. Для этого вы должны... У меня есть ролик по позиционированию, можете его посмотреть. То есть вы должны знать спауны, да, и просто эти спауны оббегать, при этом закрываясь хотя бы немножко какой-то текстурой, стеной. А, этот рейдик, конечно, я не подготовился. Ну ничего, это тем интереснее. Здесь есть много мест, которые вы можете уже лутать. Но я не рекомендую, потому что все эти места, если у вас спаун неподходящий, сделают вам догруз. То есть, грубо говоря, вы сейчас полутаете здесь немного, и у вас будет перегруз, и вы будете передвигаться из этого медленнее, инерция включится. Ну вот, внеплановый человечек, да? Здесь упадем, немножечко зарегаем стамину, потому что сейчас у нас будет такая пробежка. Все время здесь, перед тем, как забегать сюда внутрь, все время фулл стамину держите. Или используйте инжектор, чтобы вам хватило. Забежать, вдруг по вам еще кто-то стрельнет в этот момент. Когда стреляет, стамина слетает. Все, вы идете. Вот здесь чуть-чуть не хватает. Но на последний прыжочек хватит. Видите, какая ситуация? Это медблочный пацан с медблока. На крыше сидит. Так, мы просто его проходим.
Он нам не интересен. Закрываем дверь. Все, начинаем лутаться. Тут крыса, скорее всего, там сидеть и будет. Что мы делаем в первую очередь? В первую очередь мы заходим в видюшную. Вот. Вот такой ключик сюда используется. РБ, АК. Открыли. Вот. И начинаете отсюда пылесосить. Присаживайтесь все время, чтобы вам голову не сломали. Так, и все подряд лутайтесь. Прям всех. Ребят, ну, если я переживу, этот ролик лайка достоин. Это похоже, ну, я не знаю. Это пипец. Так, обычно здесь не так прям, ребята, жарко. Разбил мне свет, но мы продолжаем лутаться дальше. Мыло мне пригодится. Он с ледоруба стрелял. Поэтому я закрываю стеночкой здесь и продолжаю лутать компы. Он мне ничего не сделает с этой позиции. Лутаю просто все, потом я сортирую. Выбили свет, не беда, можно стрельнуть, чтобы не мешало. Все, дальше мы идем в столярку. Обязательно здесь смотрим налево. Там бывает кемпер. Заходим в следующую дверь. И начинаем здесь пылесосить. Ключик я вам позже покажу, какой нужен на эту дверь. Я хочу, чтобы вы немножко посмотрели ролик, поэтому я вам позже покажу ключик, название ключа. Если вдруг вы не знаете, то есть я не забыл про этот ключ, просто посмотрите позже, да, чтобы вы немножко ролик глянули. А то вы прям все мотаете и ролик просмотров не набирает. Так, ладно, это я залутал. Дальше мы идем по компьютерам и по нижнему этажу. То есть открываем здесь каждый комп. Я вам сейчас все дословно покажу, что нужно лутать. Здесь прям особо смотреть не надо, просто делайте, что делаю я. Вот сюда можно не заходить, там в конце один зеленый. Вот сюда надо зайти, тут гранатный. Здесь можно взять гранаты, какой-то РГН или РГО, которые нужны вам по квесту. Тут кофта сзади, сразу сбоку. Вот и сумка в конце. Все, залутали, идем дальше. Дальше сюда, здесь две сумки спортивных. Тоже, когда лутаете, как-то закрывайте стеной. Не стойте, стойте прям. Стойте грамотно. Видите, люди стреляются, там друг друга ебут, но меня-то никто не трогает. Ну, пропан брать не буду, тяжелый. Чтобы вы понимали, рейд максимально активный, на максимально активных серваках, поэтому все прям происходит как... В принципе, у вас в игре. Дальше сюда поднимайте, здесь еще компы. Вы сможете этот способ, я думаю, даже улучшить, если пройдете в каждую комнату здесь и немножечко включите воображение и память, и запомните все вот эти сумки спортивные, где они находятся. Я вам покажу конкретно места, которые я чекаю. Но так-то тут есть еще сумки, еще кейсы, еще моменты, которые можно полутать. Видите, я закрываюсь от чупика все время. Потому что все время там какая-то мыша сидит. У меня такое ощущение, что в этом рейде глухарь. Не хватало мне здесь еще глухаря. Калаш, ну я не беру. Ну я вам скажу, здесь навскидку уже где-то 350 тысяч примерно. Ну, еще могу сказать, что это не фартовый рейдик, не фартовый. А обычно ты в Тетриску заходишь, там какой-то VPX лутаешь. Какой-то военный лут уже 150 тысяч имеешь за это. Вот. Дальше мы уходим здесь вниз. Через это окно обязательно. Прыжком заходим сюда. Вот, я выхожу только так, потому что очень часто там кемпят. Все это лутаю, тут внизу еще предметы бывают. И здесь бывают предметы. Сюда вы можете заходить чекать еду, если вдруг проголодались. В этих двух ящиках есть всегда еда. Вот, но я их в принципе не лутаю. Лутаю только в том случае, когда хочу пить. Но
Есть смысл их посмотреть. Сахар бывает, там, кофе, это все ценное. Давайте, наверное, для наглядности все-таки этого фарма я эти ящики залутаю. Что вам нужно еще? Селить вам нужна. Есть много предметов, которые стоят денег. Вот икра кабачковая 20 стоит. То есть в идеале, да, у вас должен быть прайс, вы должны понимать, что сколько стоит. Вот, вы когда выходите на этот периметр, вы должны здесь смотреть, ребята, по свету. Видите, свет включен. Значит, что в бункере как, ну, какое-то мясо происходит. Вот здесь сумка внизу, то есть должны быть настороже. Если света нету, то скорее всего игроков в игре мало. И вы можете немножечко так слегка булки хотя бы подрасслабить. Если свет есть. Вот, и здесь еще два места. Вот здесь поддон обычно что-то интересное. В углу еще один инструментальный. Вот, гофрированный шланг. И вот здесь еще, я по-моему, не залутал. Сейчас проверим. Залутал. Все, и дальше мы двигаем на выход. По дороге еще кое-что залутаем. Я рекомендую двигаться вот здесь по прямой. Здесь нету точек интереса. Здесь редко кто-то есть. Но уже дальше, вот еще здесь в конце заходим. Здесь у нас сумка и куртка. То есть, грубо говоря, каждые примерно, я не знаю, 5-7 секунд вы лутаете какой-то предмет, понимаете? Вот, и мне нравится способ, потому что он, здесь найти можно все, понимаете, он максимально разноплановый. То есть вы чекаете сумки, инструментальные, куртки, вот, и все это прям максимально большое разнообразие дает к луту. Каждый предмет резает свой предмет, вот, и это прикольно, мне нравится это, не знаю, это самое, так, самое любопытное, на мой взгляд. А вот здесь по прямому, вот это самый опасный участок, который мы будем проходить. Поэтому вы периодически останавливаетесь, слушайте и продолжайте свой путь. Я вообще играю без обезбола, прям на похуях. Здесь еще справа ящик. Это, кстати, по-моему, цевьё квестовое на оружейник нужен. Я точно инструментальный залутал. Потому что там был лут не с инструментального ящика, не? Что за бред? Так, ладно, дальше наверх. Вот здесь налево сразу. Вот здесь уже могут быть, ребят. Поэтому здесь поглядывайте. Вот здесь будьте уже, смотрите в оба. Вы можете вместо этого места просто от столярки подняться и просто побежать по зеленке. Но этот способ такой, максимально, чтобы залутать много. Я думаю, вы и так разберетесь. То есть то место, которое вы залутали. Сейчас давайте я вам покажу еще ключик. Вот он, РБТБ. Сюда еще можно зайти, пушку залутать. Тут тоже моды бывают. Здесь на стойке бывает калаш топовый с модами, глушители. Вот, и меченка. Меченка по желанию. Я за меченку... А, у меня даже ключа нет. Но я за нее не топлю. Называется ключ РББК. То есть она стоит сейчас 500 тысяч, а... Ну, 400 тысяч, а лута там очень мало. Вот, здесь еще две сумки спортивных. Вот, но я не буду вторую даже лутать, потому что нету места. Это если вам надо, вы залутаете. Тут уже, видите, тут уже... Тут уже просто забился. Так, ну 53 килограмма, стамина регаться не будет. Все, и с этого здания вы ходите туда, в самый конец. Вот сюда за камень. Вот, и для вас сейчас угроза это чупик. Вот, но я, например, выходил здесь из 10 рейдов, и там ни разу не умирал. Вот, ну ни разу, я там даже ни разу никого не видел. И еще вот здесь на крышах бывают сидят, но зачастую там сидят стрим-снайперы мои. Вот, обычные работяги там не сидят. 125-метровку делают, вот я дохожу до этого камня обычно, тут ложусь, вот так вот. Регают стамину. Ну, можно раньше это сделать, если у вас стамины поменьше. Все время держите стамину до фула. В случае проблемы, чтобы вы могли уйти, убить кого-нибудь. Как-то разрулить ситуацию. Это вы можете не делать, просто я не взял с собой обезбол. Обезбол, он может мне помочь. Дальше возле этого камня регают стамину. Тут уже, если челик сидит, он сидит или на этом камне... Или вот здесь на чупик, или вот там дальше глубже.
Но вы его услышите. Сейчас в Таркове звук багованный. Слышно прям за 2 километра кого-то. Поэтому, если он где-то издаст звук, по-любому его услышите. Вот. И обычно в конце я еще лутаю 2 сейфа. Видите, опять здесь регаем стамину. То есть не торопитесь здесь. Вам надо выйти живым, залутаться, да? Поэтому не торопитесь. Так, вот такой сюда ключ засаживается. РБ КПРЛ. КПРЛ. Так, ребята, и вот сюда бежите к березочке. Вот этому дереву. Вот, имея паракорд. Ледоруб, вы здесь можете выйти. Бронеразгрузка. Если бронеразгрузки нету, можете зайти в здание и ее выкинуть. Ребят, я не стал это показывать, но я вам хочу сказать, такая вероятность бывает гиперредкая, когда чел сидит, кемпит тут выход или просто кемпит. Там, скорее всего, заруба была, люди туда фармить пошли. Вот, я этого челика наказал, вот его ник, который сидел наверху. Ну и все, и вышел. Если вам понравился ролик, увидели, как это все приходит в реале, в PvP, вот, вы мне влепите лайк. Кстати, вот этот ключик, который открывает ту самую столярочку, называется RBM. Всем хорошей игры, вот, и заходите ко мне на стримчанский. Всем пока.